Всем привет! Продолжаем узнавать что-то новое. Гесиона, дочь Лаомедонта. В греческом эпосе дочь царя Трою Лаомедонта. Истрима, сестра Подарка или Приама. Отец привязал ее к скалам на сиденье морского чудовища. Но ее спас Геракл, который забрался внутрь чудовища и разрубил его на части. Когда Геракл поглотил чудовище, его голова облысела. Позднее в Аргосе чтили Зевса Плешивого. Гесиона была последней из девушек, которых проглотило чудовище. По Диодору Геракл получил за нее щедрые дары, в том числе и кобылиц. По другой версии, за спасение своей дочери царь Лаомедон должен был отдать Гераклу волшебных коней, подарок Зевса, выкуп за сына царя Ганимеда, взятого на Олимп. Но царь Троя не сдержал своего обещания, и впоследствии Геракл отомстил Лаомедонту. Троя была взята, а сам царь и почти все ее сыновья были убиты Гераклом. В живых остался только Подарк, младший сын Лаомедонта, брат Гесионы. Геракл его пощадил и взял в плен. Гесиона же Геракл отдал своему другу Теламону, герою Саламина, отличившемуся при взятии Трои. Гесионе дали право освободить одного из пленных, и она выбрала своего брата, в качестве выкупа отдав за него покрывало с головы. С тех пор Подарка стали называть Приамом, то есть купленным. Гесиона стала матерью Тевкра. Ну вот так вкратце, что мне удалось найти в Википедии о Гесионе, греческом эпосе дочь царя Трои Лаомедонта и Истрима, сестре Подарка Приама. Все, пока-пока, до свидания, смотрим картины.